Итак, друзья, я всех приветствую на канале «Строю дом своими руками». У меня для вас шикарнейшие новости. Мы наконец-то начинаем стройку на улице. Я хочу повторить полностью вот этот подиум, сделать точно такой же, там под бассейн. Такая у нас задача, поэтому начинаем. Ну а в помощь мне, конечно же, сегодня будет моя любимая тележка и новая спецодежда. Мы взяли 82-вольтовую Greenworks. Так вот, заряжай. Чикс. И теперь сын у меня без проблем управляет ей. У нас есть вот такая телега, на которой он часто катается. Но сейчас так и будем. Он, наверное, будет на зеленой, а я буду на своей черной кататься. 200 килограммов, друзья, одной рукой. Смотри, могу одним пальцем. Сейчас будем вот здесь заливать бетон, Никит. Бетонные вот эти ведра. Сейчас будем заливать столбушки специально для наших лак. И они у нас будут из бетона. И здесь все это уложим. Зачем нам заливать в бетон эти ведра? Если мы можем в эти ведра просто гравий насыпать. И все. Такая площадка в любом случае не взлетит от ветра. Это нереально. Да, сын? Она же тяжелая. Поэтому мы сейчас просто насыпаем сюда гравий и сверху устанавливаем лаги. Ну, только по уровню это все выстроим. Все, давай так и делать. Так, и первое, что мы сейчас должны, это по уровню отстрелять всю площадку. Давай с этого и начнем. Сейчас готовлю компрессор и буду красить палубу. Потом переверну доски, шлифану и палуба готова. Инновационную эту технологию, что я изобрел по лагам, не знаю, как это будет работать. Попробуем, протестим. Но лить бетон мне показалось, ну, лишними заморочками. Тем более, что это временная мера. Она максимум простоит так года два. Потому что потом мы будем здесь строить бассейн. Надеюсь, что в следующем году уже начнем нормальный басик. Пока будет каркасник. Thank you.
Взяли сантехнический глухарь на, по-моему, это десятка. Дальше. Взяли удлиненную шайбу. Для чего это все делается? Чтобы потом можно было легко разобрать. Потому что если мы просто втянем, во-первых, шляпка до конца не зайдет, а во-вторых, даже если она зайдет, то потом мы ее не найдем. А вот эта штука нам даст возможности потом это все выкрутить. Мы это будем разбирать же, вы же знаете. Так, далее. Что я взял? Гайковерт Greenworks, шуруповерт. И самое главное, это вот такое сверло для потая. Сейчас мы с дочей будем засверливать потаи и втягивать глухари. Вот и все. Смотрите. Смотрите, ребята, сейчас только что на голову приземлился вот такой товарищ. Это и есть, собственно, короед. Тот, который селит свои личинки в дереве. Вот такой красавчик. Еще его называют жук-стригун. И как мне рассказывали мои знакомые, друзья, видите, у него какие зубки, что он может чуть ли не подстричь человека за сутки на лысо. Ну, это гон, наверное, но зубы у него что надо. Вот. У нас, короче, лес, вы же видели, у нас же вон он лес, и вот они там орудуют бандой и хотели нам палубу съесть. Но мы его отпустим. Джек, ешь. Палубу мы сделали по-умному, ну то есть, короче, я считаю, что это самый оптимальный вариант для бассейна. Во-первых, он подиум поднят, то есть, соответственно, уже басику ничего не грозит, и джек у нас не залезет в него, и триммером мы не повредим само полотно вот этого каркасного варианта. Сами будем относиться к нему более серьезно, потому что видим, что он на подиуме, то есть, соответственно, как раньше, с песчаными ногами мы в него не полезем. В следующем выпуске, братцы, я вам покажу установку бассейна, мы поставим всю автоматику, которую я для него приобрел пока временно, фильтры, зальем воду, кинем химии, почистим, и все это вы это увидите обязательно, друзья, прям 100%. Потому что сезон начинается, и надо прям знать, что зачем делать, какие ударные дозы кинуть для воды, которая жесткая, и так далее. Я с вами на сегодня прощаюсь. До скорых встреч. Смотрите, какие у меня картинки сегодня дочь нарисовала. Вообще художница. Классно, да? Супер. Так, все. Лайк, подписка, и увидимся с вами буквально через 4,5 дня. Пока.